вот это должен сказать, да, вот всех привет, река Йордан, или может быть Йордан, это надо наоборот произнести, потому что это арабское слово, да, написано будет над рой, да, над тот, кто над стоит над монархией. Вот, падишах. Смогу ли я Северный поток снова сделать? И тот, и другой, конечно, никакой проблем. А почему это делать, когда собственность меня украли? И так, в первую очередь украла Гина от папы. Потом все они, предатели, украли от меня. Так. Кто меня тогда, когда это хотел в два потока вместе поставить работать, и не только то, и имел еще многое сделать, и хор, и это поставить инсталляцию, чтобы в доме шла кладенец, называется на болгарский, я не знаю как, это может быть то же самое слово на русский, они два, был мог вместе их с работы, так и была идея, да, и потом люди говорили для того, к хору что-то такая есть такое приспособление, чтобы вода зачистить и пользоваться от нее. И в того, может быть, есть какая-то какой-то смысл об этом подумать. Ну, и там они будут поставлять какие-то добавочные вещества, чтобы из того нас могли манипулировать. Ну, конечно, они же это делают всячески, из самолетов, из волн. Не такой большой проблем, я думаю, что наше тело и наш, и Господь нас помогает, и Вселенная, и другие способы, чтобы мы потихоньку и с это как-то справляться нашу иммунную систему. Ну, неплохо было все, что я задумал, да, конечно, и все, что вы меня не позволили сделать, и может быть лучше за то, что как. И тогда вы уже, у вас план был такой, чтобы у меня все украсть и забрать. Что другое? Ну да, для Романовых и камнях, и Северные моря. Там это оппозиция Белоруссии. Какой-то образ, который находится в США, те, которые делали, может быть, попытки переворота. Кто точно там был плохой, Марина или Роман, Владик или Леночка, не могу знать. Кто думаю, что как везде, как моя семья и там. Тоже там тоже такое происходило. Ну, там есть и мужской брат из Юльях. То же самое происходило как-то, да, что каждый пытался что-то для себя. А может быть, и там есть кто-то неплохой. А вот у него тоже будет персональные интересы, если это женщина, она насколько будет, она в правильный путь идти.
А если это мужчина, насколько он не предатель тоже и не хочет или мужчины, или богатство, или что-то другого, или харем, или он свою женщину не предавал, или это беспокоится, или он сам собой не предал Запада и думает, после меня потоп, не имеет никакой разницы. Вот. Не могу знать. Будем об этом рассуждать. Меня на тот момент только притесняет факт, что должен я сделать завтра в 9 часов утра. И правильно ли то, или неправильно, и кто. И те на улицу, которые остальные, и те, кто они. И все. И вина небольшая для кошки, потому что тоже не знал, что с нее делать. Скушал. У нее тоже жизнь была нехорошая, как аватар. Так мы силы закончили. А вот. Ну, пусть у нее дети были. Грязная картина, и если то надо опять так поступить. Конечно, что будем. Что мы так и делаем, люди мира. Каждую минуточку, может быть, миллионах такие жизни мы. А можно ли? Можно, конечно, по-другому, конечно. А вот что. Война идет. Буду работать, надеюсь, что это меня поможет как-то. Голова имела у меня какой-то, дала какой-то ответ намного. Ясный, что сейчас яснота никакая. Тюменская область, да.